И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша, и сегодня поиграем в мобильную игру «Пони и сестры» в «Парикмахерской 2». Давайте заходить. Первый день 200 монеток. Даже я не удивлялась, а седьмой день 5000. Обалдеть, как это много. Целую неделю нужно в эту игру играть, чтобы получить 5000 монет. Вот это да. Давайте начнем с самой красивой пони. Смотрите, ну пока она вот такая некрасивая, видите? У ее эти цветы тухшие, протухшие. И такие кудряшки остались, и коричневые. Теперь мы их выпрямили, чтобы уже ощущалось какой-то красивый. Теперь мы расчесываем основную гриву. Потом поднимаем ее вверх и дополняем большими кусочками. И, конечно же, знаете чем? Это дополнительные волосы. Чтобы у нее были они длинные. Но тут делаем маленькую кудряшку, такую челочку. Прикрепляем рог. Сначала клей полезный, который можно на тело. Потом, конечно же, рог. Рог единорога. Можно, знаете как? Просто мороженку прикрепить себе на лоб. И все, ты будешь единорогом. Вот так вот, кто хочет стать единорогом. Я вот такой... Но только потом лучше не есть, потому что знаете что? Потому что, конечно же, будет это все грязное. Мне так кажется. Мне, например, кем стать? Из, конечно же, пони я хочу. Но я не хочу себе на лоб прикреплять мороженку. Вот так, ку, я пони! И все. Я так не хочу. Все было прикольно. Очень даже. Вау! Какая красотища! И она так дорого стоила, что у нас только осталось всего 40 монеток! Обалдеть! Вау, какая сценка! Оказывается, они готовятся к концерту. Я даже сама не знала. Вообще, теперь давайте... Вау, у ее розовые волосы. Я тоже мечтала о розовых волосах. У меня только кончики были, сейчас нет. Мы ей делаем кудряшки. У одной есть кудряшки, она выпрямила. Теперь она хочет кудряшки, они выпрямили. Мне вообще нравится, когда выпрямленные волосы. Когда они просто прямые, а не с кудряшками. Мне так нравится, вот только, один день там, два. Всю жизнь, если... Мне это не особо нравится. Вау, эти тени ей подходят. Только у ее губы какие-то вообще бледные. Но мы ей добавим блестки, потому что она готовится к концерту. У меня даже был концерт. Я тоже сначала наносила тени. Даже не наносила тени, а сразу блестки. Потому что они были яркие такие. А во второй день концерта у меня просто был вот этот глаз припухший. И мне опять же наносили блестки. Что ж, делать-то нужно терпеть. Красота требует жертв. Хотя мне щипало этот глаз, когда мне наносили блестки. Но я хотела победить. И я, по-моему, на том чемпионате... На концерте победила. Мне кажется, все из-за этих блесток и то, что я потерпела. И теперь мы уже ей сделали кудряшки, сделали ей красные губы, а она, оказывается, певица. Обалдеть, я даже не знала. У каждой, наверное, разные сценки или кто-то даже певец, и мы перешли на первый уровень. У нас медаль — это звезда с поняшкой, которая поет. Обалдеть. Мы только что ее закончили, и уже у нас медаль с певицей.
Смотрите, какая прикольная, очень-очень прикольная такая вот поняшка. Мы будем делать маникюр, потому что у нее сценка такая, а маникюра нет, а ей нужен маникюр. И ей нужен быстрый маникюр, чтобы у нее сразу высохло за, мне кажется, 5 минут 15. Все, у нас они блестят, но они не яркие. Мы сначала наливаем воду в миску. И мы добавляем розовый краситель. И, конечно же, мы розы, лепесточки розы, их в воду. Потом свои там ручки, ножки, у кого как, или даже лапки, мы опускаем их в воду на 15 минут. Они, конечно же, мокрые, мы их протираем, и они пахнут вкусно. Как вкусно. И мы их красим в белый пока что, чтобы они блестели. Можно тут радужный, смотрите, можно радужный. Вау! Можно в розовый. Вау! А можно фиолетовый. Можно в голубенький. И, конечно же, в красный. Точнее, красно-розовый, я бы так сказала. Давайте голубенький, мне он понравился. Как бы мне больше понравился красный розовый. Но мне тоже нравится голубой, потому что, мне кажется, это необычный цвет ногтей. Да. Хотела бы себе такой цвет ногтей. Но я маленькая еще. Ну, как маленькая. Не для взрослого. Как там сказать, ногтей. Вау. Мне нравятся очень ее ногтики. Все, она на сцене. И мы перешли на второй уровень. Обалдеть. Мы перешли на второй уровень и... Все. Давайте покажем вам медальки. У нас две медали. Это вот такая. И вот такая. Класс! И нам еще нужно 3 уровня. То есть 5 тут уровней всего. 5 уровней, да. Давайте приберемся пока что. Пока что там выступают. Всю грязь подметаем. Теперь мы все обрабатываем для... Потому что у нас будет еще второй тип... Второй этап концерта. То есть второй концерт. То есть передохнут, конечно же, солисты. И опять выступать. Да. Теперь это все мы... Ну, зеркало, конечно же, обрабатываем. Теперь это все вытираем. Все. Ой, лак пролился. Давайте его уберем. Куда, куда? Я не знаю, куда. Не показывают. О, наконец-то. Нужно прям вот в точечку. Мили точечку. Я думала, просто и все. Вау, все блестит. Пока мы прибирались, уже второй этап концерта. У нас остались две девочки. Что-то ты слишком какая-то детская. Тебе сколько лет? Мне 9. Да, заколок-то у тебя резиночек детских, это много. Тебе нужно стать повзрослее, и поэтому ты лучше не носи, чтобы не чувствовать себя как детеныш. Ну ладно, сейчас мы тебе поменяем цвет волос. Как? Цвет волос? Я не знаю. Так получится. Поменяем, так поменяем. Не поменяем, не поменяем. Теперь мы это все намыливаем и с этой маской даже.
Теперь мы это все смываем, да, и мы покрасили в новый цвет. Красивый же цвет? Да-да, очень красивый цвет. Вау! Мне кажется, я как будто бы настоящая фея. И они у тебя навсегда. Ура! Мне так этот цвет нравится. Под цвет моего тела. Да, но тебе нужно вот так. И ты так будешь всю жизнь. Класс! Мне это нравится. А вот это на всю жизнь? Не знаю, как получится. Вау! Вот бы мне... Вау, это вообще, это просто суперски. Не, я не хочу. Все, вот так пусть будет. Я хочу с полосками, ну ладно. Мы сделаем несколько полосок. Но эта краска не на всю, это просто для концерта. Хорошо, мне даже нравится просто фиолетовый. А теперь всякие такие штучки для концерта. Это то есть сережки такие. Классные, реально. Не разное тому подобное. Все, приехали мы. Мокоцкай и... И она пошла выступать. Мы перешли на третий уровень. У нас кубок. Единорожка. Вот так вот. Давай тебя чуть-чуть прикрасим. Привет, привет. Тебя зовут Роза? Рози? Прикольно. А меня зовут Даша. Приятно познакомиться. Сегодня ты будешь прям просто обалденно красивая. Вау, да, я же говорила, ты будешь обалденно красивая. Что ты? Я же тебя предупреждала, вот прям вот только что ты сказала вау. Да, это просто класс. И все, мы тебя чуть-чуть принарядили. И она делает сценку про принцессу. Класс. Вот мне так же. Но, ребятки, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.